Захар, ну для начала, если можно, с победой вас и комментарий по этому матчу. Ну, давно не играли. Тяжелый матч, так сказать. Те команды под нагрузками сейчас сильно тренируются, поэтому такая, можно сказать, дыр-дыр игра была, туда-сюда бегали. Прокидывали, бросали, комбинации особо не было. Поэтому ну, тяжеловато пока еще. Важно ли было сегодня победить или все-таки игровой ритм поймать? Ну, побеждать всегда приятно, но в первую очередь мы должны были почувствовать, ну, вспомнить, как играть, можно так сказать. И, в принципе, я думаю, почувствовали, послезавтра еще один матч. И посмотрим, как будет послезавтра. Коллеги, вопрос. Смотрите ли Олимпиаду, где одноклубники, радуетесь ли их успехом и за кого болеете? Ну, по мере возможности следим, там, когда после тренировок показывают матчи, смотрим, а так, как бы, особо свободного времени нет, тренировок много сейчас, и поэтому особо не получается так посмотреть. Хоккей. Тренеры какие задачи ставят вообще на эти два матча с Нефтехимиком? Ну, пока задач не было, но вот и так понятно, что нам нужно побеждать. А, на эти тренер, встречи? Да, да. А, на эти? Ну, я же говорю, почувствовать игру, вспомнить. Какие-то моменты, какие-то тактики, как правильно играть, потому что подзабыли, но большой перерыв между играми был. И в первую очередь почувствовать, и вот сегодня травму получил Дима, без травм хотелось бы, конечно.